Вот у нас цветет картошка. Пока дождей не было, конечно, картошка не жила, а мучилась. Вот только прошли дожди, и все. Картошка поднялась, распушилась. Также распушилась капуста. Вот что значит дожди природные. Сколько времени и сколько раз не поливай, если дождей нет, то толку никакого не будет. Продолжаем собирать вторую кровать. Внук отдирает вот плинтуса. Они нам теперь не понадобятся, надо новые делать. Возможно, придется переносить эту стену, потому что кровати шире, чем были, и места, наверное, будет мало. Но будем надеяться, что все-таки обойдемся более простыми. Вот. Решениями. Варюша, как всегда, помогает папе. Вот одну кровать уже собрали. Вот такой у нее вид. Вот, сейчас соберем вторую кровать. Ну что, Матвей, получается? Не очень. А что так? Не очень, не очень. Ты издолбил больше. Да, мусор не буду показывать. Пусть мне вырежешь, не работает. Ну что, Варя, устала нам папе помогать, да? Не устала. Так, мусор тащи туда, к печке. Это куда? К печке. Тихонько, только гвоздями. Осторожно, да. Матрас высотой 21 сантиметр. Взяли средней жесткости, потому что позвоночники сейчас у всех больные уже, и это очень хорошо для фигуры. Вот. Ну, продолжается у нас работа. Продолжаем собирать кровать. Давай. Вторую. Бруски для ламелей, да? Серёж. Ну, Варь, надо сначала смочать, а теперь подтянет, кровать подвинем маленько. Работа... Так, у меня только. Работа идет полным ходом. Задействованы внуки, дети. Что, Матвей, устал? Да нет. Хватит, давай, хватит. Тяжело, ну-ка.
Так, следующий. Вон Варюшка у нас какая молодец. Все шарит. Все. Прикручивает. Да. Все меряет, только папа успевает болты закручивать. Я там. Ищи. Погоди, стой, Варь. Погодите, почему она так выше получилась у вас? А, потому что я часть еще отпустил. Варь, держи. Варь, ты маленько подвинься на край, чтобы да. Матвею было удобнее. Ну чего, не попасть никак. Давай. Да, че, зачем вы так отгибаете? Это болт берите маленький. Только болт убери. Иди, стой, Варь, отойди. Технический брак, да? А что, осталось только вот эти полки матрас? Да. И все готово. Ну-ка, Баш, дай-ка нам палочки. А можно я положу их? Давай, давай. Стоп. А где они есть-то? Вот, у тебя. Подвинь, я сейчас положу. Бери. Да, их на диван положу. Конечно, проход-то узкий будет. Или ничего. Или вы будете вот так пролезать через кровать. Потом ползать, 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 ползать. Ползать. Варя, ты не? Можно, конечно, было и не ножиком. Там еще можно было открыть. Матрас, смотрите, не порежьте. Новый. Постараюсь. Берем. Бери. Что ты ее тут расположил? Прям до уголка делай. Вот, ту сторону подведем. Что, матрас еще один несет? Надо раскрывать. Что их в пакете толку ложить? Давай раскрывать она. Ну вот. Мы поставили кровати. Проход, конечно, маленький, но будем думать. Ням-ням-ням-ням.
Солнца ничего не видно. Смотри, давай обогревать его сюда на место. Угу. Вот так вот. Теперь у нас две кровати по 90 сантиметров. Очень хорошо. Кровати широкие. Нам вполне хватит. Ну и все, что я вам сегодня хотела показать. С вами была Ольга и канал Домик у озера Найдено. Ну и что, как ходить будешь? Так он тут стоял. Сверху клади. А, точно. Тут. Ты что, перепрыги? Что ты кинул? Упадет сейчас. Вот такая красота. Конечно, тут еще надо наводить порядки. Ну, мне все это очень нравится.